Баста. Я, пожалуй, начну. Да, да, можете начинать. Так, а на всякий случай, сейчас одна секунда, давайте мы с литературой этот момент посвятим. Есть кто-нибудь, кто уже готов порадовать аудиторию чем-нибудь литературным? Расслабляемся. Хорошо. Но от литературы деваться некуда, так что тут я вам обещаю, спокойной жизни в этом плане не будет. Но, пожалуйста, да. Начнем. Прежде всего, спасибо большое, что, несмотря на эту южную жару, пришли на наше мероприятие. И как раз о юге мы будем сегодня говорить много, как плохого, так и хорошего. Ну, к делу. Сегодня мы поговорим о гражданской войне в США. Прежде всего, для тех, кто, может быть, просто хотел бы освежить в памяти школьный курс истории, что такое гражданская война в США, что это был за конфликт, собственно, где он был, ну, где он был, понятно, в США, да, когда он был, каков был масштаб этого конфликта. Поэтому начну, может быть, с несколько такой вот сухой информации, которая нужна просто, чтобы напомнить вам о том, что это такое была за война. Гражданская война в США продолжалась 4 года, то есть получается практически дольше, чем даже Великая Отечественная война. И это был крупнейший военный конфликт в американской истории. И, собственно говоря, третья и последняя война на территории самих Соединенных Штатов. Началась она... года. В войне, как это всегда бывает, предшествовал политический кризис. Политический кризис был вызван тем, что нарастали противоречия между северными штатами и южными штатами. Южные штаты опасались, что если они будут оставаться в составе союза, в составе единого государства, то их интересы, различные интересы, среди которых, как я поясню позже, рабство было только одним из вопросов, хотя и вопросом, может быть, очень важным, возможно, даже центральным, что их интересы будут ущемляться и дальше. Поэтому несколько штатов заявили о своем выходе из Союза, из Соединенных Штатов и об образовании нового государства конфедеративных штатов Америки. Так вот, через какое-то время, после того, как, собственно, они сделали этот решительный шаг, то есть заявили о своем выходе из Союза, то есть получается, что сформировалось уже новое государство, но на территории этого государства, как это всегда бывает в таких переходных исторических периодах, в общем, не было понятно, кому что принадлежит, оставались несколько военных баз Соединенных Штатов. И, собственно, что произошло 12 апреля, это то, что южане, то есть вот армия этого самого новорожденного государства конфедерация, она обстреляла одну из военных баз северян, остававшихся на территории штата Южная Каролина. И вот если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что Южная Каролина это, собственно, один из этих штатов мятежников или конфедератов южан и был. Война продолжалась, как я уже сказал, целых 4 года, продолжалась она упорно, с множеством битв, сражений, очень кровопролитных. Продолжалась она с переменным успехом, и закончилась она только в 1865 году. Решение, декларация об окончании войны была издана 9 мая 1865 года. В общем-то, запомнить легко. Нулевая отечественная, если учесть, что она была до этого, за 80 лет до этого. Собственно говоря, войска южан сдались еще за месяц до этого, 9 апреля. Через 5 дней после того, как сдались войска южан, 14 апреля,
был убит президент Линкольн, который возглавлял Соединенные Штаты, собственно, северян в течение практически всей войны. А вот 9 мая уже новый президент, президент Джонсон, он объявил о том, что война окончена, хотя военные действия продолжались еще некоторое время. И последние выстрелы войны были сделаны, опять-таки, легко запомнить, 22 июня. Как это, блин, похоже. 1865 года. Потери сторон в ходе войны составили, здесь существуют разные оценки, но от 625 тысяч до 850 тысяч погибших с обеих сторон. Причем у северян погибших было больше, в том числе по причинам, о которых я скажу чуть позже. Собственно, для 19 века, как вы понимаете, это очень много, потому что, например, в франко-прусской войне, которая была не вскоре после этого, и которая была одной из самых кровавых войн в Европе второй половины 19 столетия, погибло сколько, где-то в 4 раза меньше людей, 191 тысяча людей. Собственно, гражданская война в США, как говорят многие, она была первой современной войной в том плане, что вот уже не было той самой красивой войны, да, то есть когда вот колонны, когда батальоны ровными колоннами, ровными шеренгами идут на врага, широко стало использоваться современное оружие. Впервые стали использоваться корабли-броненосцы, использовалось что-то напоминающее пулеметы, использовалась колючая проволока впервые, впервые стали использоваться противопехотные мины. То есть, в общем, все то, что стало определять облик войны впоследствии, все это было впервые использовано в гражданской войне в США. Как вы знаете, что США очень во многих вещах, они были первыми и внедряли многие новшества первыми. И вот в том числе все эти убийственные новшества, они внедрили тоже первыми в мировой оборот. Но хочется сказать, что несмотря на то, что война шла между, с одной стороны, индустриальным севером и аграрным югом, в принципе, победа севера, она была далеко не предопределена. Потому что, с одной стороны, действительно, у северян было больше людей, у северян была мощная промышленность, промышленности на юге не было почти совсем, то есть она была, но во много раз меньше по объемам производства, чем у северян. То есть можно было бы подумать, что, собственно, война и война, безнадежное дело для южан. На самом деле это не совсем так, потому что, несмотря на то, что они... Южане уступали северянам по технологиям, по промышленной мощи, по населению. Кстати говоря, если по населению сравнивать, то на начало войны, точнее на 1860 год, у северян было 20 миллионов населения, у южан было 9 миллионов населения. А мобилизационный ресурс, то есть это количество мужчин призывного возраста, которые могут быть поставлены под ружье, у северян было 2,5 миллиона, а у южан было меньше 800 тысяч человек. Но здесь нужно смотреть на то, какие это были 800 тысяч человек. Потому что большинство офицеров в американской армии до начала гражданской войны, до отделения юга, они были южанами. Почему? Потому что, куда мог направиться молодой человек с севера? Да? Возможностей много. Можно стать каким-нибудь... предпринимателем, можно стать управляющим у другого предпринимателя, можно торговать, можно заниматься промышленностью, можно, в общем, все зависит от места семьи в обществе, от возможностей, но тем не менее, возможностей было много. У южан такого выбора не было. И, собственно, становиться, либо если ты из богатой семьи, плантатором, как твой папа, либо сельскохозяйственным рабочим. Соответственно, и добавим к этому, кстати говоря, традиция
юга, такие аристократические, джентльменские традиции юга, которые, в общем-то, на севере, конечно, давно выветрились, как это всегда бывает с традициями в таком, скажем так, динамично развивающемся капиталистическом обществе, а на юге они все еще оставались. И, собственно, именно для южан по всем этим причинам профессия военного была намного более привлекательной. И в результате привело это к тому, что когда юг отделился, процентов 90 офицеров армии Соединенных Штатов подали в отставку, после чего отправились на юг и стали офицерами уже армии нового государства, Конфедеративных Штатов Америки. То есть получается, что северяне остались без офицерского корпуса, и более того, качество солдат, их обученность, их мораль и дух у южан были намного больше. Почему? Потому что южане, опять-таки, то есть это было аграрное общество. Причем не просто аграрное, а общество, в котором основной формой сельского хозяйства была рабовладельческая плантация. Соответственно, постоянная опасность того, что эти рабы восстанут. И получается, что, в общем-то, очень многие мужчины, они жили на положении военного лагеря. Все время готовились к войне. Плюс добавим к этому то, что и не только опасность восстания рабов, но и настоящие войны, они, скажем так, были ближе к южанам, чем к северянам. Потому что незадолго до этого была война с Мексикой, в которой техасцы, которые, как вы видите, они опять-таки были частью конфедерации, приняли очень активное участие. Ну, в общем-то, и получается, что если у северян были кое-как обученные добровольцы, потом призывники, когда добровольцы кончились, то у южан были профессиональные солдаты уже на момент ведения войны. Собственно, привело это все к тому, что когда война началась, то первые где-то пару лет южане громили северян на голову. И чуть было не дошли до Вашингтона, то есть, получается, чуть было не взяли вражескую столицу. И, в общем-то, можно сказать, что шансы на то, чтобы реализовать вот такой вот блицкриг на территории противника и вынудить его к заключению мира, у них были очень велики. И по совокупности факторов шансы южан на победу, они, может быть, были даже выше, чем шансы на победу североамериканских повстанцев в конце 18 века, когда они воевали с англичанами. Собственно, что я хочу всем этим сказать, что действительно мировая история тогда стояла на очень такой существенной развилке. И, в общем-то, что случилось бы, если бы победили бы южане, а победить они могли, никто не знает. Что еще можно сказать об этой войне в целом? Я думаю, что здешней аудитории будет очень интересно услышать и о роли России. А роль России в этой войне была значительной. Значительной была роль российского государства. Потому что если европейские державы, в частности Англия и Франция, они заняли нейтральную позицию, при этом явно благожелательную к южанам-повстанцам. Например, Франция активно поставляла им оружие, Англия фактически была готова вступить в войну на сторону южан. И, кстати говоря, основная причина того, что южане проиграли войну, это было то, что они надеялись на интервенцию европейских держав, которой, собственно, не было. Если бы она была, то, в общем, кто знает. С большой вероятностью южане бы победили. Но Россия была единственной европейской державой, которая поддержала, собственно, законное правительство, то есть правительство северян, то есть Вашингтон. Почему она это сделала? Ну, в общем-то, может быть, наверное, можно сказать, что Россия была менее склонна к такому вот беспринципному политиканству и политике разделяя властвуй, что, наверное, тоже будет правильно. Но если, в общем-то, отстраниться от этого, то Россия была объективна в такой ситуации, что после поражения в Крымской войне, которое, в общем-то, было только что, ей были очень нужны союзники. Занимать одну сторону с Англией и Францией, которая только что
с которыми только что воевали, как-то не очень политически удобно и не очень политически приятно. Более того, только что были освобождены крепостные крестьяне в России. Да? То есть, опять-таки, вся общественность, она, наверное, не поддержала бы решение царского правительства выступить на стороне рабовладельцев южан. То есть, таким образом, Россия однозначно заняла сторону севера, и не просто заняла сторону севера, но и предприняла очень конкретные действия для того, чтобы этот север поддержать. Значит, что касается чисто дипломатических действий. В 1962 году канцлер Горчаков, тогдашний министр иностранных дел, направил письмо послу США, в котором говорилось: «Только Россия стояла на вашей стороне с самого начала и продолжит делать это. Превыше всего мы желаем сохранения Американского Союза как неразделенной нации. России делались предложения по присоединению к плану вмешательства. Россия отклонит любые предложения такого рода. Вы можете рассчитывать на нас». И, собственно, эти слова поддержки, они были подкреплены действиями. В 63-м году, в 1863 году, то есть в середине войны, когда, опять-таки, шансы южан казались еще весьма хорошими, и когда интервенция европейских держав все еще могла помочь им одержать победу, Россия направила две эскадры в порты Соединенных Штатов. Одну эскадру в Сан-Франциско, другую в Нью-Йорк. И российские военные корабли оставались на протяжении года. Зачем это было сделано? Формально это был дружеский визит, но реально это был очень прозрачный намек европейским державам, что если они попытаются вмешаться, то, в общем-то, эти эскадры, они не только защитят эти порты от высадки десантов, скажем, англичан или южан при поддержке англичан, но и они начнут охоту за торговыми конвоями европейских стран в Атлантике и, соответственно, в Тихом океане. А при этом надо сказать, что собственный флот у северян, хотя он и был, но был он в основном сконцентрирован на юге. Поэтому и Нью-Йорк был практически беззащитным, а Сан-Франциско так вообще не был практически ничем прикрыт с моря. И при этом Сан-Франциско был очень важным стратегическим пунктом, потому что через него шла торговля золотом. Поэтому если бы южане захватили Сан-Франциско, пройдя на запад, далеко на запад, то, собственно, они получили бы в свое распоряжение огромные финансовые ресурсы, которые могли бы использовать для того, чтобы переломить ход войны. И, кстати говоря, здесь я должен сделать небольшое пояснение по поводу карты. То есть, как вы видите, что значительная часть, западная часть Соединенных Штатов здесь обозначена как территория. Дело в том, что тогда это были территории практически незаселенные, и то есть там не было вообще ничего, поэтому, собственно, даже административно они, там не было смысла их разделять на какие-то штаты. На штаты они были разделены позже. Поэтому как они принадлежали? Они принадлежали Соединенным Штатам. Они были под контролем Соединенных Штатов, но поскольку населения там почти не было, то пока они управлялись как единая административная единица. Нет, ну там были индейцы, конечно, да, там было местное население. Вот, но никакой цивилизации, инфраструктуры там не было. Собственно, что важнее всего, там не было никакой опоры для армии. Поэтому, скажем, пройти из Техаса до Калифорнии было бы очень легко. То есть единственным препятствием было бы просто бездорожье, отсутствие какой-то инфраструктуры и все. Сопротивляться там было некому. Да, так вот, то есть поэтому можно сказать, я думаю, что с достаточно хорошими основаниями можно сказать, что на самом деле мы спасли Соединенные Штаты. Вот. Да, и поэтому каждый раз, когда американцы говорят, что вот мы спасли Европу, высадившись в 1944 году в самом конце войны, и при этом воюя в 10 раз меньшими силами, чем были на Восточном фронте. Ну, про то, что там было в 10 раз меньше сил на Западном фронте, я говорю, естественно, про Вторую мировую войну, они не упоминают, но тем не менее, вы можете всегда вспомнить про то, что
если бы не мы, если бы не наши две эскадры, если бы не вот такая вот по-настоящему совестливая политика царского правительства, то, в общем-то, может быть, и на месте Соединенных Штатов была бы какая-нибудь такая очередная Аргентина. Две. Была бы одна очередная Канада и одна очередная Аргентина. Вот. И говоря о русском участии в этой войне, хотелось бы упомянуть еще об одном эпизоде, точнее, об одном человеке. Я думаю, что люди, которые читали про гражданскую войну, может быть, про это знают, а те, кто не особо не читали, им будет интересно узнать, что один из генералов, причем очень отличившихся генералов южан, был русским. Звали его Иван Васильевич Турчанинов. Хотя в Америке он был известен под именем Джон Бейзил Турчин. Да. Тоже ну, Турчанинов произнести сложно, поэтому ассимилировался он. В России он был офицером, дослужился до полковника. И находясь в Польше, по-моему, это было где-то в 1850-х годах, то есть примерно где-то за год до этого, он принял решение оставить русскую службу, оставить самовольно, поэтому, в общем-то, был он дезертиром, и отправился в Америку вместе с женой. Надо сказать, что, судя по всему, взглядами он отличался либеральными, поэтому на момент отъезда, судя по всему, Америка представлялась для него политическим идеалом. Да, и, кстати говоря, еще до своего отъезда он находился в переписке с Герценом. На тот момент тайный, позже явный. В Лондоне, на пути в Америку, он с Герценом встречался. Вот. И, в общем, вот, будучи таким ярким представителем, скажем так, либерально мыслящей части русского общества, он приезжает в Америку. В Америке его либеральные мысли встречаются с реальностью американской. В результате чего, уже через несколько лет... Либерализм испарился. Да, уже через несколько лет, в 1959 году, то есть буквально через пару лет после того, как в Америку он приехал, своему другу и повлиявшему на него, вероятно, политическому наставнику Герцену, он пишет следующее, собственно, будучи в Америке. «Разочарование мое полное. Я не вижу действительной свободы здесь ни на волос. Это республика, рай для богатых. Они здесь истинно независимы. Самое страшное преступление. И самые черные происки окупаются деньгами. Что касается до меня лично, то я заодно благодарю Америку. Она помогла мне убить наповал барские предрассудки и не свела меня на степень обыкновенного смертного. Никакой труд для меня не страшен». В общем, понимаете, да, что одно дело рассуждать о свободе и барских предрассудках в петербургских гостиных, а другое дело столкнуться с этой самой свободой на практике. Так вот, в общем, перебивался он различными заработками, особо до войны особого успеха он не достиг. Но когда началась война, как кадровый военный он был зачислен, собственно, он пошел добровольцем в армию северян, естественно. И достаточно быстро дослужился до бригадного генерала. И, в общем-то, был одним из самых результативных полководцев южан. Но северян, прощение, естественно. Северян. Конечно, северян. Но и здесь не обошлось без приключений. Еще в самом начале войны его войска, его полк захватил один из городов и, в общем-то, ну, разграбил этот город. В общем-то, даже для гражданской войны ничего особенного в этом не было, ну как ничего особенного. В общем-то, после этого и южане грабили захваченные города, и северяне применяли тактику выжженной земли. Ну, в общем-то, это было еще самое начало войны, поэтому вызвало это скандал. Джона Бейзила Турчина отдали под суд, под трибунал, утверждая, что это он виноват в том, что его войска разграбили город.
И как вспоминает один из американцев, который столкнулся с ним в то время, он сказал что-то вроде, что я ожидал увидеть заросшего бородой дикого московита, а увидел очень приличного культурного человека. То есть, как вы понимаете, что американцы, надо сказать, тогда были, даже тогда, будучи еще в сравнении с нынешними временами, мягко говоря, не самой, может быть, культурной нации, но тем не менее про диких московитов они имели определенные предрассудки уже тогда. Вот. Но тем не менее, его оправдали, причем оправдали по личному вмешательству Линкольна. Потому что еще до войны он был знаком с Линкольном, и, кстати говоря, да, то есть, несмотря на то, что особого капитала для себя в Америке он не сделал, но лично он был знаком с тремя президентами Соединенных Штатов, турчанина. И да, его оправдали, его сделали даже генералом, потому что на момент этого трибунала он был полковником. Он участвовал в нескольких очень важных сражениях, он занимался не только этим, но он написал несколько очень важных теоретических военных работ. Ну, после окончания войны, опять-таки, война закончилась, надо заниматься какой-то мирной жизнью, в общем, ничего опять-таки у него не сложилось, и, в общем, умер он в нищете. Но, тем не менее, теперь, когда, я надеюсь, мне удалось нарисовать, собственно, такую общую картину и обозначить, почему, собственно, нам должна быть интересна эта война, почему она должна быть интересна не только, может быть, милитаристически настроенным любителям военной истории, но и более общему кругу слушателей. Собственно, хотелось бы перейти к основной части моего выступления, собственно, которая обозначена в названии этой лекции «История, политика, мифы». А какие мифы окружают историю гражданской войны в США? Ну, прежде всего, если вы спросите, наверное, любого американца, причем, надо уточнить, американца с севера, чьи предки не воевали на стороне южан, потому что южане — это совсем другая история. Или, может быть, если вы спросите любого европейца, или, может быть, да и любого русского в том числе, собственно, за что велась эта война, зачем она была нужна, да? чего вообще хотели стороны, то вы, наверное, услышите, что война эта была за отмену рабства. В общем, точка зрения эта, которая прописана в школьных учебниках, которая поддерживается и поддерживалась, что интересно, не только в Америке, ну, что, в общем-то, если подумать, то это естественно, то, скажем, в Советском Союзе. Тоже, опять-таки, считалось, что это была революционная война за отмену рабства. Мне, кстати говоря, когда я готовился к этому выступлению, мне случилось подержать в руках книгу 61-го, кажется, года издания советскую, в которой, в общем-то, эта точка зрения, что это, да, это была за отмену война северян, буржуазии с южанами-помещиками, в общем, там это не подвергалось никакому сомнению. Ну и действительно, в общем, казалось бы, если посмотреть на основные документы, на основные вот политические вехи, которые обозначали историю этой войны, то действительно похоже на то, что как будто бы правда. Северяне боролись за отмену рабства. Потому что в 62-м году, точнее, в 62-м и 63-м годах, Линкольн издал два указа, которые в совокупности стали известны как прокламация об освобождении рабов, которая освободила рабов, но здесь вот интересный момент, она освободила рабов на территории Южных Штатов, которые воевали с северянами, на территории тех из штатов, которые не поддержали конфедерацию, рабы оставались рабами до конца войны. Здесь вы можете, кстати говоря, на карте тоже увидеть, вот штаты, которые обозначены как border states, пограничные штаты, это те самые рабовладельческие штаты. А да, нужно пояснить, что дело в том, что ситуация в США на начало войны была такая, что северная часть страны, северные штаты, в них рабство было незаконным. В южных штатах оно было легализовано. И, собственно, да, то есть как бы в
одной стране существовали вот две совершенно разные системы, и, собственно, трения между штатами возникли в том числе потому, что стоял вопрос о том, что вот будут создавать новые штаты на этих новых территориях, которые вы видите на западе США, и вопрос о том, какой давать им статус, да, то есть как бы разрешать их рабство или не разрешать. И, соответственно, южане считали, что это нужно разрешить, северяне говорили, что ни в коем случае, что пусть мы пока как бы рабов освобождать на юге мы пока не будем, потому что, да, это вот у вас такие законы, мы их уважаем, но на новых территориях ни в коем случае. Да. И так вот, прокламация об освобождении рабов, это изданная Линкольном в форме двух указов, она, собственно, освободила рабов на юге, но только на тех южных штатах, которые находились не под контролем северян. Окончательное освобождение рабов, оно было осуществлено только в самом-самом конце войны, когда была принята 13-я поправка Конституции. Принята она была в 1865 году, 31 января. И в ней говорилось о том, что рабство и подневольный труд запрещаются, кроме как в качестве наказания за преступление, за которое человек был бы должным образом осужден. Но надо сказать, что даже эта поправка, она прошла с очень большим скрипом, и только в результате таких очень существенных политических манипуляций, махинаций со стороны Линкольна и его сторонников. То есть мы видим, что даже вот эти два основных документа, они не были таким вот однозначным шагом к тому, чтобы отменить рабство просто потому, что это плохо. То есть в первом случае мы видим, что рабство отменили только у врагов, у противника, у себя не отменили. Во втором случае мы видим, что, в общем-то, не было какого-то особого всеобщего ликования, а протащили это еле-еле через Конгресс. И, собственно, здесь мы подходим к тому, почему идея о том, что эта война была войной за отмену рабства, почему это в значительной степени миф. То есть я не говорю, что это ложь, нет. Этот вопрос был действительно очень важным, он был, может быть, центральным. Но почему это вопрос в значительной степени мифологизированный? Потому что, как мне кажется, можно говорить о том, что рабство не устраивало южан, в смысле северян. Ну, кстати говоря, южан оно тоже не устраивало, потому что президент южан Джефферсон Дэвис, который возглавлял южан во все время войны, он говорил о том, что вне зависимости от того, победит ли конфедерация или нет, рабство все равно на юге рано или поздно сойдет на нет. Более того, торговля рабами, она была запрещена с самого начала 19 века, поэтому, собственно, вот только те негры-рабы, которые оставались рабами, они вот ими можно было торговать, да? Никого нового возить было нельзя. В результате это привело к тому, что, в общем-то, цены на рабов, они были очень значительные. И, кстати говоря, это привело к тому, что, скажем, каких-то особых зверств по отношению к своим рабам, даже те плантаторы, у которых их было много, они, в общем, даже если и допускали, то, тем не менее, они понимали, что это экономически невыгодно. Потому что новых негров взять неоткуда, их придется покупать, стоят они дорого, в общем, себе дороже. Что я хочу сказать, что, как мне кажется, можно говорить о том, что недовольство северян рабством, оно было связано не с тем, что рабство было плохо с точки зрения морали. Было движение, так называемое движение аболиционистов, которые были за полную отмену рабства именно по моральным и религиозным соображениям. Но они были меньшинством, причем очень незначительным меньшинством, заметным меньшинством, но незначительным. А остальная часть населения, их не устраивало рабство по причинам чисто экономическим и политическим. Потому что, например, свободные белые фермеры на севере, они понимали, что конкурировать с владельческими плантациями на юге им невозможно. Поэтому, собственно, в их интересах было лишить южан этого источника рабочей силы, чтобы преуспеть экономически самим.
им, северянам. А потом для политиков также, да, то есть они понимали, что эти самые плантаторы, южные плантаторы, они являются существенной политической силой, которая вполне может противостоять и противостоит определенным политическим интересам севера, в частности, интересам северных промышленников, интересам северных торговцев. В общем-то, особым морализмом в отношении рабства сами северяне не отличались, потому что, например, первой английской колонии, то есть это было еще в 18 веке, еще до независимости США, но первой территории, которая на территории нынешних Соединенных Штатов легализовала рабство, был не один из южных штатов, а был штат Массачусетс, один из, как вы видите, северных штатов, который обозначен как Mass, сокращение. На момент подписания Декларации независимости, а было это, собственно, это 70-е годы 18 века, то есть это меньше, чем за 100 лет до гражданской войны, на момент подписания Декларации независимости рабство было легально в каждом из штатов. И было легально не только рабство, но и работорговля. А вот как раз первым штатом, который отменил торговлю рабами, то есть запретил импорт рабов, был один из южных штатов, Виргиния, Вирджиния, которая, кстати говоря, позже оказалась расколота на, собственно, Вирджинию и Западную Вирджинию, потому что в штате Вирджиния остались те территории, которые пожелали войти в конфедерацию, а в Западную Вирджинию делились те, которые решили принять сторону Союза, то есть северян. Да, и, кстати говоря, в самой Вирджинии, как я сказал, решение об отмене рабства было принято раньше всех, и случилось это еще в 18 веке, 1778 год. Ну и, собственно, даже на момент начала войны перспектива полного отмены рабства, она все еще не была однозначной. По сути дела, решение о том, чтобы отменить его полностью, и в том числе сохранить эту отмену после окончания войны, после окончания мятежа, оно было принято только в ходе войны, в том числе под давлением иностранного общественного мнения, потому что со стороны Линкольна, например, вот, принять решение издать вот эту вот прокламацию об освобождении, оно было очень хитрым дипломатическим ходом, потому что, по сути дела, оно предотвратило, опять-таки, наряду с российским участием, в том числе этот ход Линкольна, он предотвратил иностранную интервенцию, потому что общественность в Англии и Франции, она стала видеть это уже не как гражданскую войну в какой-то непонятной заокеанской республике, а как борьбу рабовладельцев против цивилизованной нации. И даже несмотря на то, что, может быть, правительство англичан и французов хотели бы вмешаться в войну, чтобы проучить этих янки, но общественное мнение их им это не позволило. Собственно, если мы посмотрим на точку зрения самих южан, самих рабовладельцев, то там высказывались даже такие мнения, что вообще в рабстве, как институте, особо ничего плохого-то не было. Почему? Потому что, с одной стороны, как я уже сказал, издевательства над рабами, какие-то особые жестокости против рабов, они были скорее исключением, чем правилом. Более того, рабы получали жилье, получали одежду, получали еду от своего хозяина. И, в общем-то, если рассуждали они, если освободить их сразу, ну и что с ними будет, куда они пойдут, где они будут работать? Это будет полный хаос. И, кстати говоря, собственно, это после войны, когда на юге всех рабов освободили, и произошло. С другой стороны, скажем, если мы сравним положение южных рабов с положением промышленных рабочих на севере, то, в общем-то, еще непонятно, кому было лучше. Было ли лучше какому-нибудь рабу в Джорджии или в Вирджинии, или было лучше какому-нибудь фабричному рабочему где-нибудь в штате Массачусетс или Нью-Йорк. Потому что о том, каковы были условия жизни рабочих в то время, мы можем
видеть, скажем, читая того же Диккенса, который описывал положение в Англии. В Америке это было не намного лучше, и все прелести раннего капитализма, периода первоначального накопления капитала, когда не было никаких еще ни профсоюзов, ни трудового кодекса, ни ограничений, скажем, на работу детей, они были представлены в полной мере и в Америке. И опять-таки, то есть было ли лучше какому-нибудь негру на юге, или было лучше какому-нибудь там 7-летнему ребенку, которого заставляли по 12 часов работать на фабрике, вопрос, мягко говоря, дискуссионный. То есть, как мы видим, северяне отменили рабство в качестве политического хода для того, чтобы подорвать политическую поддержку южан из-за рубежа, и в том числе, чтобы создать у них, у южан, в тылу очаг нестабильности. Северяне, в общем-то, северян на рабов самих, на их жизнь, на их судьбу было плевать. И, в общем-то, рабство не было таким однозначным злом, утверждают сторонники конфедерации. То есть я не говорю, что я однозначно подписываюсь под этой точкой зрения, но тем не менее, вот такое мнение есть, и оно, мне кажется, имеет право на существование. И рабство не было с этой точки зрения абсолютным злом, и более того, если мы посмотрим, собственно, на отношения к самим чернокожим, да, то мы увидим, что на самом деле, может быть, большими расистами были северяне. Поскольку зачем они собирались освободить рабов? Они не собирались освободить рабов для того, чтобы их интегрировать в общество. Да? То есть переносить точку зрения современных американских борцов за политкорректность на того же Линкольна или тех же сторонников отмены рабства, его соратников в 19 веке, означало бы совершать очень значительную ошибку. Все были расистами тогда, никто не верил в равенство рас. Вот, например, что Линкольн заявлял в 59-м, кажется, году, то есть за 2 года до начала войны, во время президентских дебатов. Я заявляю, цитата Линкольна, что я не выступаю и никогда не выступал за введение какой бы то ни было формы социального и политического равенства, белой и черной расы. Что я не выступаю и никогда не выступал за предоставление неграм права становиться избирателями, судьями или должностными лицами. Право на заключение брака с белыми людьми. И кроме того, я добавлю, что между черной и белой расами существуют физиологические различия, которые, по моему мнению, никогда не позволят им сосуществовать в условиях социального и политического равенства. И поскольку такое сосуществование невозможно, они, тем не менее, находятся рядом, должны сохраняться отношения высших и низших. И я, как и любой другой человек, выступаю за то, что высшее положение должно принадлежать белой расе. В связи с этим я должен сказать, что не считаю, что из-за превосходства белого человека негры должны быть лишены всего. Вот какое было настоящее отношение к чернокожим. В общем-то, я думаю, что кроме, может быть, самых радикальных аболиционистов, никто, собственно, даже не был за то, чтобы предоставлять неграм право участвовать в политике. И мотивация самого Линкольна была не освободить рабов как окончательная цель. Потому что если, например, вы посмотрите современные фильмы или читаете современные книги, выпускающиеся в Америке, у вас может сложиться такое впечатление. Вот, например, фильм 2011 кажется, года «Линкольн», то есть, где вы видите вот этого Линкольна, плачущего над фотографиями несчастных негритянских детей, выставленных на продажу. Не было такого, не могло такого быть. Сам Линкольн говорил о своих целях в этой войне. Это цитата 62-го года, то есть это уже война шла. «Моя главная цель в этой борьбе – спасти Союз без относительно сохранения или разрушения рабства. Если я смогу спасти Союз без освобождения рабов, я сделаю так. Если я смогу спасти его, только освободив всех рабов, я сделаю так. Если я смогу спасти его, освободив часть рабов, я сделаю так». Ну и, собственно, относительно того, зачем их было освобождать. Опять-таки цитата Линкольна. «В наших интересах выслать всех африканцев в их родной мир, и мы должны найти способ сделать это, как бы ни тяжела была эта задача». То есть вот какая была основная цель. Основная цель была не создать вот это вот, ну, мультирасовое общество, к которому американцы пришли сейчас. И, в общем, я не говорю, что это плохо. А основная цель была вы
поддон у плантаторов южан, лишить их власти, лишить их доходов, лишить их политического влияния в стране и, соответственно, обеспечить доминирование северных штатов. А самих негров ну, либо оставлять на положение людей второго сорта, то есть не лишая всего, но тем не менее поддерживая дистанцию, либо в идеале вообще выслать в Африку. Да, кстати говоря, это после войны, когда негров освободили, были предприняты попытки сделать это. Представьте, образовалось такое очень интересное государство Либерия в Африке, которое, можно сказать, было единственной американской колонией в Америке, в Африке. Вот, ну, в общем... Слово «либерти». Да, слово «либерти», да. И, в общем, она показала, что американцам лучше не давать колонизировать ничего, потому что Либерия оказалась самым неуспешным, самым ужасным из всех государств Африки в том плане, что, собственно, колонистами были американские негры, которые приехали и приплыли из Америки, но, видимо, научившись очень многому у своих бывших белых хозяев, они начали порабощать местных негров. Причем порабощать так, как не пришло бы в голову даже самим белым. Причем даже не только тогда, но и когда-нибудь там раньше, там, на самом пике работорговли. Представьте, получилось так, что Либерия оказалась какой-то бесконечной феерией гражданских войн, переворотов, президентов-людоедов, президентов-садистов и прочих веселостей, но тем не менее Либерия остается, по мнению современных Соединенных Штатов, демократическим государством и достойным партнером Соединенных Штатов. Вот. Но тем не менее вот проект «Выслать негров в Африку» закончился вот именно так. То есть мы видим, что в общем-то их удивительный талант в строительстве нового государства, он не ограничивается Афганистаном и Ираком, но в общем-то он имелся всегда. Ну, а, собственно, что же сами южане? Ну, как я сказал, за исключением каких-то